Началось памятное мероприятие, посвященное 210-й годовщине со дня рождения Николая Васильевича Гоголя на аллее кованых фонарей возле композиции «Нос». Почитатели русского языка, школьники, организаторы шествия, члены общественного объединения «Русское общество» прошли к бюсту великого классика русской литературы, читая его стихи. «Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря песня?» Он соединил прекрасные украинские мотивы, украинский эпос, соединил с российским. Был на ура принят, кстати, благодаря своей первой книге «Вечера на хуторе близ Диканьки» и вошел в сокровищницу русской и мировой литературы. Участники встречи возложили корзины цветов к бюсту Гоголя. К слову, в преддверии памятного мероприятия и Дня единения народов в русском обществе состоялось совещание, на котором было принято решение создать в объединении новую должность – руководитель проектов. Единогласно было принято решение, что возглавит ее Сергей Жуков. В рамках поставленных перед новым руководителем задач будет реализовываться целый комплекс мероприятий. Организация акций «Беларусь помнит» и мероприятий, посвященных Дню Победы и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, тысячелетия Бреста, а также наполнение и дальнейшее развитие молодежного патриотического центра. Действительно, в русское общество пришел опытный человек, опытный не только в плане того, что он и имеет навыки организационной работы, но и в плане того, что человек, который, мы считаем, он поможет развитию русского общества, внесет свой вклад. Также вскоре в Бресте на углу улицы Пушкинской и бульвара Космонавтов появится памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Такой подарок российская сторона готовит для брестчан к тысячелетию.